Вообще неожиданно. Ты снимаешь? Да, да, снимаю. Очень неожиданно. Приехали под землю. Сразу из туннеля на мост, прикинь. Вообще. Вот так мы посмотрели просто. Заезжаешь в город, заехал в туннель. Выехал из города, выехал из туннеля. Заехал на мост и выехал из города, да? Да. А сегодня мы приехали в город Бостон. Небоскребы. Классно. Но тут в даунтауне, я могу вам сказать, вообще классно. Куча народу. В отличие от того же Сан-Франа, там столько народу не ходит по даунтауну. Здесь очень много народу. Прикольно. С этого места, ну здесь Бостона, с пригорода Бостона, Салем. Вообще здесь, забыл, короче, городок. Здесь же тоже находится. Здесь высадились первые англичане, начинающие заселять Европу, европеизировать этот континент. Отсюда и пошла современная Америка, США, родина. В общем, Бостон с его пригородами. Это бухта, где стоит этот город. Короче, наговорил много всего, чего сам не знаю. Пойдем смотреть. Плюсы, когда ездишь с семьей и нет работы. Можешь покататься по городам. Кстати, работу дали, но она будет только завтра утром. Поэтому сегодня мы гуляем. Какой-то старый торговый центр. Пойдем погуляем. А тут старые вывески, названия улиц, магазинов. Прикольно. Старинная какая-то лестница металлическая, да? Не, ну, ребят, прикольно. Очень много индусов. Очень много, да, Зай? Индусов. Такое ощущение, что ты где-то на границе с Индией. Мы видели главные офисы здесь New Balance, Converse, обуви, и Puma, одежда и обувь. Большие-большие здания. И видели Oracle. Это IT-компания крупная. Кафешки, кафешки, кафешки. Короче, вот это блюдо. Лобстер с кукурузой. Стоит $32. А вот такие блюда, вот такие бургеры мы видели в Хельсинки, когда ездили в Финляндию. По-моему, даже видео делали. А там вот такие делали хот-доги с креветками. Краб и шримп. Стоит $16. Здесь азиатская, да? Гавайская? А, да, вижу. А здесь из хлеба. Бургеры тоже всякие. Хот-доги готовят. Колбасяки. Размер имеет значение. $5 хот-дог. Да, в Штатах можно везде ходить с собаками. И в продуктовых магазинах ходят. Я думала, Леня, вот такое взять. Шримп тортеллини? Да. Ну, прикольно. Не хочешь? Чикен парм с макаронами. Ну что, доча, вкусный лобстер? В общем, мы решили по бостонской еде. Да. Бургеры с креветками, хот-доги, вернее, и лобстера. И дали в придачу к лобстеру супчик, который, как в Сан-Фране, крабовые. Точно такие же в Сан-Франциско. Ну, что сказать, вкусно. Приятного аппетита. Этого выше крыши, вот такого одного блюда. И вот этого нам троим выше крыши. Все, всем приятного аппетита. Кажется, что шарик поднимается, да? Видать, раньше завод какой-то был. Прям такого вида здания. Нам. Домов, так, вау, золотое все такое. Тусняк, тусняк, тусняк. Суббота. Народ куражит. Вот это интересное здание. Всего по три окна с одной стороны. А, да, со всех сторон по 3 окна. Я еще подумал, такое маленькое и высокое. А это отель Mariott. Интересно. Там получается на каждом этаже всего пару номеров, что ли? Несколько номеров. А цены от 526 в сутки. Мы вот гуляем, везде народ ходит, везде. Кафешки все заполнены. Мы ловимся на мысли, что для такого крупного города, где много народу на улице ходит, улицы очень чистые. Прям удивительно. Старинные здания. Мусорных баков нет, но чисто. И это первый город США, в котором на улицах лавочки стоят, которые мы встретили. Но мы уже, в принципе-то, были, ну, не так, чтобы мало, по крайней мере, я точно. Он мусор нашел, банку кто-то кинул. Но везде лавочки стоят. Для такого города очень чисто. Очень много ирландских баров, очень много. Опять вон идем, ирландский бар. Там через дорогу ирландский бар. Барчики полные. Битком. Везде народ. Суббота. О, вау. Но. Прикольно. Вечер, суббота. Да. И, кстати, температура вообще очень комфортная, да? Да. Что вот мы вчера по Салему ходили, это пригород Бостона. Что сегодня очень и очень комфортная температура. Угу. Пустая лошадка есть. Есть пустая лошадка. Да, есть пустая лошадка. Можно прокатиться. А я думаю, что они уже откатали, возвращаются, они, наверное, дочь. Интересное здание, смотри. А это жилой дом. Все у нас смешалось. Ну, прям смешение такое бешеное стилей. Местами как в Питере, местами как в Нью-Йорке, местами как в Сан-Франциско. Тут что-то все так интересно. Неожиданно. Я не представлял себе таким Бостон. Я его вообще себе не представлял. Я так понимаю, это амфибия. Он едет, а потом по заливам плавает тут. bostondoctors.com. Но вот просто так стоят столики. Просто идешь, можешь на лавочке посидеть, можешь на столике, можешь как елеська в травке побегать. А там охлаждающий какой-то. Зай. А там он охлаждающий фонтан, что ли? что-то там пар идет, брызги. Пойдем посмотрим. Прикольно. Подошел, охладился. Слушайте, ну прикольно. Просто так стоят, без никого работают. Хочешь, ножки себе охладил. Хочешь, лысину. Туману нагнали. Но. Прикольно. А, ну это и есть этот отель. Сюда его видно. Мариот, который? Но за 500, сколько там, $30. Минимум, вот. В сутки. Так там видела по 3 окна. С каждой стороны маленькое здание. Там на этаже, наверное, 2-3 номера и все. Сегодня пошел дождик. Еще что-то там болтает. Инопланетянин. Сегодня пошел дождь. Сегодня пошел дождь. Были мы такие. Палочки какие-то, трубочки. Для пчел, да? Это улики, да. Улики. Прикольно. А там залив, похоже, за аркой. Ну да. Вот какие-то. Ну прикольно, прикольно. Тут ресторан прямо у воды. Прикольно. Харбор Волк террас. О, это помощнее, чем у меня на Кенворте. Ух, нифига себе там народу. Одиссей его зовут. Этот кораблик отплывает. Там он битком. Народ куражит. Ну, короче, ох, там самолет прям над водой летит. Там аэродром, видать. Но, короче, по пятницам, субботам этот город превращается в самый лучший город на земле. Ну тут вообще капец. В субботу все бухают в Бостоне. А вы думали в Питере пить? Нифига. Мосты. Конечно, есть где походить, что посмотреть. Неожиданно. Честно говоря, думали, какой-то индустриальный город с таким тяжелым филингом, но нифига подобного. Очень много народа гуляет. Это еще маленький. А? Поедем. На таком? В круиз. В круиз поедем, у нас будет в 10 раз больше будет, да. Еще большей. Эти маленькие такие. Да. У нас с лифтами будет корабль. Да. Да. Ура! Ура! Vertex компания какая-то. Ну, прикольно, прикольно. Кто-то тут живет. Но здесь очень дорогое жилье. Мы глянули по ЗИЛу. И цены, я вам скажу. Цены, ой-ой-ой, какие тут кусучие в Бостоне на жилье. Сколько одна бедрумная? 2500? Ты находила самую дешевую. 500. И это не в даунтауне, это не в центре. Это в район тут Бруклина, да. А там, вон там еще кораблик плавает. Большой народ гужбанит. 2500 однокомнатная, представляете? Однобедрумная. Ну, ливинг мы не считаем, зал по-русски. Столько народу там. А говорили, Кали, да, самая дорогая? Да. Все врут. Все врут. Правильно, Хаус говорил. Правильно, да, доктор Хаус говорил, все врут. Пойдем еще погуляем. А, как в советских ресторанах. Там оркестр сидит и девушка поет. В костюмах все такие. Дорогой, дать ресторанчик. О. Хочется вот такую, но пока нет денег даже на такую. Говорят, у хозяина лодки только 2 счастливых дня. Когда он купил лодку и когда он ее продал. Прикольненько, да? Вот это вход не в дом. Оп, сейчас уменьшу. Вот в этот. А это вход в квартиры. Вот в эти двухэтажные на первом этаже. У каждого свой вход и выход. Живешь в доме, а тут у тебя яхта припаркована. Вышел из квартиры, сел на яхту и погнал. Прикольно. Донна Мини. Классно. Классненько. Вот он на гидриках он катается. Так, мы сюда пришли. Мы сейчас, наверное, пойдем прогуляемся туда. Вон там народ ходит, поднимается какой-то мостик. Сейчас, может, туда сходим. Зажигаются огни. Крыша у дома подсвечивается в закате. Прикольно. Солнце, правда, село уже, как в закате, село уже солнышко. Но этого света достаточно, чтобы золото так светилось, выделялось. Интересно, в тазиках в этих целые огороды просто посажены на улице. О, прикольный остров с парусниками. Кафешечки, ресторанчики тоже, наверное. Очень много народу на улицах. Прям удивительно для Америки. Очень удивительно. А обычно на улицах никого. А здесь везде народ. Прикольно. Просто детская площадка вот такая. Там водопадик шуршит. Джунгли такие тут у тебя. Брызгалки, да? Остужаться детям. Прикольно. Классно. Флаг спортивной команды Red Sox. Я все мокрая опять. Доча там уже накупалась. Видать, они спонсировали эту площадку. Мы уже, короче, дальше никуда не пойдем. Время 9 часов. Еще до трака на такси доехать. Еще час ехать назад на трак-стоп. Поэтому сейчас вызываем такси. И погнали.